Вы что, бомжей хотите? Не бомжей, а бездомный, окей? Давайте нормально базарить. Белканин, и он выпустил новые видео, Павелчик, не, пожалуйста. Я видел, сегодня видео выйдет про это на канале, пацаны. Если не сегодня, то завтра. Так, что за 3 дня назад 2,6 миллиона просмотров, офигеть, а? Говорит, брат, судил топ, салам от Махачкалы, удачи. Салам Махачкале, Хаджи Мурат, спасибо за 10 рублей, братан. Так, все, погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Іванько, Шишок, Крисін. А де Вебстер, вашу мать? Катя, Поля, о, Маринка, я твой пистик, ти. Дайте угадаю, в этом видео сейчас будет Михалина, 100%. Жінка. Ай! Я вообще сюди случайно підійшов. Ага. О, дивіться, що я для вас знайшов. Як мене вовсі заїдує? Тільки за... Тут субтитры есть вообще? Чё тут говорят? Злой ты где? Помоги! А, о, есть субтитры, Настя. Я иду, тут роблю я, ага. Но через пару дней, аллилуйя, змеиный конец. Змеиный конец, засидули отряд. Кто может позаичить дезик? Кто может позаичить дезик? А шо вот это за кипиш тут такой? Саня, сегодня же дискать. Е-бой. А где Михалина? Ну вдруг в области ширинки что-то мне ожило во мне. А ты держись, успокойся, поправь рукой. Ну чего ты постоянно такой? Поруч с мало. Он что, свой пельмень поправляет? Я встречаю контроль. Отбой! 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 Так, давайте смотрим дальше. Отбой, я сказала! Отбой! 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 В тот момент, когда бабы такие страшные, что даже не надо скримеров вставлять. Офигенная вожатка не в моем отряде. Жалко. Один вопрос покоя не дает всем нам. Кто ж вожат тут всю ей? Михалина такая маленькая, что ее поставили табуретку, чтобы она не... чтобы ее видно было. В майці спотягай, щоб не було холодно. Що такий худий? Тебе що не кормить тут? Да, візьми з собою, синок, трохи сала. Як мене це все заєбі? Я уже не маленький батя. На самом деле они качественно делают. Вот если что хохлы умеют делать, так это сиськи Михалины и сало. Уже знаю, шо в них під платтям. Yeah, boy. Я уже не маленький манцю. Он и я один встаю вранці. Кошмар? Ага. Я бы так сказати помягше. Люблю пацанів, я старший царян. Слухай, Саня, ты не распускай соплей. Мой тобі совет, забей. Забей. Пальцями сжимаю. Я не знаю, что сказать. Нормально? Ох, Мариночка, напрасно відказала ти мені. Будем зажигати, ми підсаля. Пацаны, знаете, вот этот, кто-нибудь бывал в летнем лагере? Кто, ну-ка, плюс чат, кто бывал в летнем лагере и прикалывался вот такой, знаете, кто мазал зубную пасту на рожу там кому-нибудь в летнем лагере? Плюс чат. Есть такие? Короче, я вам расскажу сейчас историю. Я когда-то занимался тэквондо, когда еще был молодой горный козлик. Поехали мы в летний лагерь спортивный. Нас разделили на два корпуса. Мелкие засранцы и чуть-чуть постарше засранцы. Я был в том, что чуть-чуть постарше. Ночью, когда все старые засранцы спали, молодые придумали такую тему. Они решили намазать главного тренера по тэквондо зубной пастой. Обмазать ему рожу зубной пастой. У них это получилось. Тренер проснулся с зубной пастой на всей роже. После чего он, конечно, немного расстроился, если сказать это так, немного в мягкой форме. Тренер встал, поднял всех на уши в 3 часа ночи. Мы ни о чем не подозревая, нас разбудили тем, что нам ударили палкой по ногам. Мы подлетели. Я держал свой волосатый писюн в руках, мечтал о бабах в тот момент. Но меня разбудили тоже палкой, только не моей. Короче, дичь какую-то несу. Ну, вы понимаете, о чем я. Дали палкой по ногам, я встал. Выгнали нас на улицу. Стоим в трусах на улице 3 часа ночи. Ничего не понимаем, комары кусают. Приходит, выходит, короче, главный тренер с белой рожей. Размазанным, вот это вот, зубной пастой размазанной по роже. Выходит, говорит, кто из вас, ублюдков, намазал мне лицо пастой? Эти мелкие засранцы сразу же показали палец на нас. Мы не при делах, не понимаем, что происходит.
не смогли даже оправдаться. В итоге нас поставили раком, заставили отжиматься 140 раз. После того, как мы отжали 140 раз, нас заставили бегать 15 километров вокруг стадиона. Я помню, пробежал пару километров, и вдруг на меня напала диарея. Или я так сказал, что на меня диарея напала. В итоге остальные 12 километров я просидел в толчке и смотрел через дырочку в туалете, как остальные из моей группы бегают. Конец. Будешь знать, я кто-то, ты любовь. Я прямо ща тебе вмажу ляща. Отбой! 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 Ну потом мы сделали малым темную, пацаны. Знаете, что такое темное? Мы зашли ночью, короче, пока все спали, пока эти мелкие ублюдки спали. Мы зашли, натянули им... Всем, короче, нас, вся, весь наш корпус, короче, нас там человек 30 было в нашем корпусе. Мы зашли в их корпус, а эти мелкие засранцы, им лет, наверное, до 10 лет, короче, такие мелкие ублюдки. Пока они спали, мы натянули им одеяло на голову. Били их! Как мешки с говном! Вот так вот, они поплатились. А я сказала, отбой, 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 отбой. Эта песня называется «Отбой». Я понял, что вся песня посвящена тому, что отбой. 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 А на что это пародия? На какую песню? Мой ган с твоей губой. И каталог. Нифига себе, она что, пистолет покупает? Это мы тоже делали в лагере. Отбой! Отбой! Мой, твоей губой! Опа, мистер Лудос, спасибо за подписку. Братва, мы уже тут бабла набрали, погнали, донат включаем, все. Привет из Латвии. Большой привет, Латвии. Привет из Латвии. Как же жарко, а? Сколько у вас градусов? Так, закройте глаза и представьте, что вы этого только что не видели. Трейлер «Веном номер 3». А что, новый трейлер «Веном» вышел? Ну, давайте посмотрим.